Утро в Доминикане. Идем самое первое на завтрак, самое голодное. Hello? Hola. Да, через полчаса завтрак открывается, нам говорят, стоп. Немножко доминиканской экзотики из номера нашего отеля. Вот такой вот друг нам пришел в гости. Чтобы вы сравнили и поняли размер. Давайте iPhone рядом поставим, посмотрим. Здорово, паучок. Черного цвета. Не, убивать не будем. Сейчас. Может, он добрый паук? Отпустим его. Шевелится дружочек. Местное время сейчас 7 утра. Разница здесь минус 7 часов. Как вы видите, по московскому времени 14 часов 20 минут. Здесь 7:20. А вот где здесь проходит церемония бракосочетания. То, что осталось от вчерашней церемонии. А тот, кто после свадебной вечеринки неважно себя чувствует до сих пор, это он, я так думаю. Амиго? Yes, amigo. Испаньол amigo. Русский друг. Русский друг? Oh, yes. А вот яма для того, кто плохо вел себя этой ночью. Конечно, не без спортсменов. Впереди пробежка, здоровый образ жизни. Спорт и йога. Гопота. Ну как без гопоты? Ну завтра уже горячий на тарелке. Да, но мы в предвкушении, что же там нам приготовили. Добро пожаловать. Утро, завтрак. Вот то, что сегодня нам могут предложить. Блинчики. Вот печься здесь. Вот наш, кстати, очень даже неплохой завтрак. Открылся вотер-центр, хотим попросить байдарку, чтобы поплавать. А байдарку можно взять? Байдарку можно взять? А? English. Как она называется-то? Каяк. Каяк, каяк. Каяк. Да. At 10 o'clock. Что, позагораем немножко? Пока ждем байдарки, через 30 минут открывается, хотим сделать заплыв. Что, друга своего потерял, не видели? Идем, ты что ли? Жара. А, что случилось-то? Жара. Жарко, что ли, да? Солнечно, да. В ту сторону нас отправили посмотреть знаменитого попугая, которого бесплатно дают подержать. А вот что можно назвать минусом наших пляжей. Это вот эти водоросли, которые выносят из океана. Они здесь повсюду. Ты готов? Ты готов? Да. Прыгай! Ура! Здрасте. Грация. Спасибо. Вот тот самый известный попугай. Здрасте. Россия, Америка. Давайте уже наконец-то. Привет, попугай. Ты красивый. Очень красивый. Да, красавец. Птица вольная, попугай. Красивая. Кеша. Так, обратно. Перебазируемся обратно с тобой. Сколько тебе вкусно, парень? Ай, вкусно. Черяво живешь. Приятного аппетита. Место, где вы можете наблюдать этого попугая. Очень вкусно покушать, бесплатно воспользоваться Wi-Fi. С Тёмой взяли кабриолет на прокат.
Вот, очень недорого, говорят, педальный, безрульный. Тебя что, прокатишь? Типа я, да. А что сзади у тебя, что? Движок должен был. Движок? А где он? А, ну, не знаю. Слушай, украли, походу. Мы же в Доминикане находимся, здесь сплошной криминал. Газуй, газуй, давай, 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 рули! Давай, 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 давай. Так, так, так. Слушай, что-то это... Далеко ехал? С цеплением какие-то проблемы. Да. Там движка-то нет. Нет, ты немножко тронулся. Да, я сдвинулся. Да, да, смотри, сдвинулся. А, нормально, слушай. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Лови, 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 лови. Ай, красавчик. Значит, экипируемся. Одеваемся, чтобы все было безопасно. Безопасность прежде всего. Так, застегиваемся. Слушай, какой-то он детский. Inflate your life vest. Да. Inside. All inside, yes. Так, ну и поехали. Поехали. Как сказал Юрий руки. Гагарин. Поехали, поехали. Я сажусь на дерево. Мы с вами отплыли от берегов примерно 100 метров. Сейчас достигли местных рифов. Здесь на камеру видно. Вот в этой стороне находится риф. На него уже можно напороться, если дальше плыть. Также можно встретить здесь рифовых акул. Но мы не боимся, с лодки не слазим. Сейчас начнем нырять возле побережья. Здесь опасно, конечно. Down on my knee, donkey! Okay. Okay. Let's start it. 1, 2, 3. Oh my god. Oh my god. Hi monkey. Monkey. Hi monkey. The very small monkey. Hi. Say hi to Russian YouTube. Hi. Ой, какой малыш прикольный. Рекламирует Рибок, едет с нами на экскурсию. Как тебя зовут? Меня? Не помню. Не помню? Я ты едешь с нами? Нет, на табачную фабрику? Сейчас? Отлично. Сейчас, да. Через 10 минут отъезжаем автобус. Ну, как говорится, движение – это жизнь. Уезжаем на табачную фабрику, заказали машину. И буквально у нас 6 человек собралось. Посмотрим, как делают сигареты. А точнее, сигары. Заворачивают, упаковывают. До скорой встречи. Well, I got to get a little bit higher. Try to get a mess around my mind. Say I get you, but you can't figure mine out. Целая машина туристов заехали еще в один отель.
Hi. How you doing? Hi. Oh, he's doing a... That's for your blood. Hola. Yes. No. Russian. So if we use this to make a big cigar, maybe we might start smoking a lot of strong. It won't be a good cigar like that. So we take all of this. Вот для нас будет экскурсия чуть позже на русском языке, вы все поймете. Первый такой момент. То есть как объяснить вот в полном объеме, что собственно из себя представляет сигара? Привожу всегда пример из алкоголя. Вот, у меня есть коктейль, все, что в коктейль входит, называется алкоголем, алкоголь в определенной пропорции, то есть зафиксированная рецептура, у коктейля есть название, вы приходите в бар и получаете то, что вам нужно. То есть, собственно, бармен вас понимает, что вам нужно. Уже другой вопрос, как он это делает. Вот сигары, это, собственно, тот же самый микс, только микс из табака. Все называется табаком, табак абсолютно разный, и ценится он за свой аромат. Вы платите в сигаре не за никотин, а платите за микс табака, то есть за ароматность. Не совсем красиво, собственно, красота ему не нужна. Таких вот сортов табака может быть 5 абсолютно разных. Можно потрогать руками. Далее следующий сорт табака. Первый сорт трипа. Мастер его кладет на станочек и заворачивает туда микс. Он, видите, уже более эластичный. Я его уже могу во много раз сложить. То есть, ну, без фанатизма, конечно. Называется капот. Толстая сигара стоит, соответственно, подороже. Но так как там особо никто не изощрялся, соответственно, ценник ее намного ниже. Соответственно, вас заманивают ценой. То есть, недорогая цена. Вот это клеится какого-то известного бренда, в основном в этой стране Каиба клеится, потому что это такие одни из дорогих сигар. Ну, и вы покупаете, довольны, ходите, но, конечно, это далеко от настоящей сигары. Далее, если технологическая цепочка выдержана правильно, у сигары нету понятия лимита по хранению. То есть, в сигарах ценится винтаж, за винтажную сигару, соответственно, будут взяты дополнительные деньги. Как выглядела сигара, когда ее увидели европейцы, она была даже более неаккуратна, но в результате многовековой истории плюс конкуренция, это сейчас полэтапа производства. Вот в подделке на этом этапе после прессовки заканчивается вся работа, то есть лист капота служит покровным листом. Настоящая сигара — это вот еще середина производства. Такие заготовочки помещаются в сушные прессы, проходят обжимку от 4 часов и более в зависимости от толщины сигары. То есть, соответственно, чем выше, ну, чем больше толщина, тем время прессовки, соответственно, увеличится, может быть, сутки, двое, трое, там, в зависимости какая толщина. Never smoked before? Yes, I smoked. Oh, yeah, smoked. Yeah. Yeah, and this is very mild, it's very light. It's not a full body strong. The first cigar I had 16 years ago was a strong cigar. It almost killed me. Because it was too strong. Go, 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 go,